Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я, її ведучий Тарік Назалешко. Сьогодні до мене в гості прийшов Олексій Якубін, політичний експерт, кандидат політичних наук. Добрий день, приветствую. Доброго здоров'я всім. Да. Я все правильно сказав, я не помилився, все чітко. Все вчитко. Бо я теж хочу мати право на помилку. Олексій, одразу питання, що це було? В Верховній Раді дівчата, ну і деякі хлопці вийшли з... Депутати і депутатки. Депутатки, так, давайте депутатки, фемінітів треба використовувати, так. Ну я маю право на помилку, як і вони, навіть на дві, може на три. Що це було? Ну, идея была в том, чтобы оправдать некоторых учителей, которые во время, вот у нас сейчас есть онлайн-школа, и вот, последние несколько недель мы даже в нашей программе 3К поднимали этот вопрос. Некоторые, а там было еще поднимать. Да, некоторые из учителей как бы случайно, или не знаю, или по недосмотру, или переволновались, допускали ошибки. Ну, там, например, говорили, что в Антарктиде живут белые медведи, к примеру. Да? Или вместо, например, Ливонского ордена назвали Ливанский орден. Да, Иван Грозный, да. Ну, то есть... Шалена людина была. Да, и я так понимаю, что депутаты, это были депутаты в основном из образовательного комитета, они решили поддержать учителей вот этой акции. То есть сказать, что вот мы имеем право на ошибку. Хотя мы видим, что уже сейчас это получило такое огромное количество мемов, да, там вплоть до, например, я понимаю, что вот сейчас у нас будут дни, связанные с Чернобылем, и там пожары, и, например, вплоть до того, что там вот человек, который за пультом Чернобыля, тоже нажимает на кнопочку, написано «имею право на ошибку». Да, но я думаю, на 3К мы это еще обсудим намного детальнее. Відверто кажучи, я просто думаю, что это как-то связано с Давидом Арахами. Ну, у него получилось такое интересное интервью, то есть он, когда заходил до Верховной Рады, то до него подошел журналист Анатолий Шаря и запитав, ну, деякі питання. І Давид Арахамія сказав приблизно наступне, що він розуміє, що ми приблизно не конституційні, ну, не дотримуємося Конституції, коли приймаємо рішення стосовно ринку землі, але це всі розуміють, що ми там потім щось отримаємо гроші, потім ми там назад якось це повернемо. Я просто думав, може це з ним пов'язано, що він, ну, має право... Що він, звичайно, сказав, що закон взагалі-то не конституційний. Да, да, это взагалі, ну, нормально, да? Но нам нужно его принять, потому что Международный валютный фонд говорит о том, что нам нужно его принять, да? Но это, конечно, парадоксально, потому что до этого... Ну, это ж людина сама каже, вона... Конечно. Не те, что он мог бы там сказать, ну, я просто, розумієте, у меня інша освіта, там... Просто до этого то, что он не конституционный, ну, например, было логично слушать, там, Юрий Бойко, например, говорил, да, и не говорили, потому за него не голосовать, но услышать от лидера фракции, которая призывает голосовать за этот закон, что он не конституционный, но нам нужно его проголосовать, это, конечно, хотя действительно интересно. Но я думаю, что имею право на ошибку, это на самом деле можно еще шире отнести. А вспомните, как, вот, например, да, вот мы понимаем, что уже начинается подготовка к местным выборам. Например, господин Тищенко, да, который также на депутат «Слуги народа», который претендует... Ведомый, как бы, як закусенец, да. Да, который претендует на, возможно, да, на участие в киевских выборах, как он также словакиевски написал, там была пропущена одна буква. Киевский. Да, и он имеет право, да. Ну, то есть можно представить, как он бы, да, отвечал бы, там, я не знаю, по поводу как развития, ну, скажем так, городского хозяйства, развития города. Это помните, как это выступал Вакарчук? Mm-hmm. Мы помним, да, вот, и был у него эфир, когда у него спросили про цену на газ, и он там... Да, это да, с Юлией Тимошенко. На... Стоявши да, да, біля Юлии да. Тимошенко, краще про газ взагалі не да, говорить. Ну, имеет право на ошибку. Правильно мы можем сказать? Ну, а в целом, мне на самом деле кажется, что это была не совсем удачная избранная фраза. А лучше бы они избрали какую-то фразу из серии, если бы они хотели поддержать учителей, из серии, что исправим ошибку там, по зарплатам, да? Mm-hmm. Или да, сделали ошибку, исправим ее, да? Там, учиться – это исправлять ошибки, ну и так далее. А ошибки имею... наши все, да. Можно так. А имею право на ошибку – это как бы, ну, из серии, что, ну да, совершили ошибку. Чему же это будет таке, ну... мы маем право на помилку, а вы – нет. Не, вот просто, треба дописати, просто, можна, просто, в политическом цикле... показати, кто тут біла людина. Тарас, в следующем политическом цикле можно написать на больших плакатах «Имею право на ошибку». Избирайте меня. А, это лозунг, это шикарно. Да, это шикарный лозунг. Я маю право на помилку.
обереш мене, будеш мати право і ти. Да, возможно. Нет, и ты тоже имеешь право на ошибку, в смысле, когда ты выбираешь меня. Ну, то есть, это вот такое двойное, как бы я тебе прощаю ошибку, и ты мне прощай ошибку. Это прощальная неделя, да, да, так да, получается, кстати. Але каждый день. Вот, ну, стосовно Давида Арахамі, я от хотів би його захистити, ну, не захистити, а дати йому таку пораду. В принципі, якщо йому, його почнуть звинувачувати, що він такі дурниці каже, то він давав інтерв'ю в масці, то він може сказати, ви дивіться, по губам читайте, це все, ну, неправда. Це не я. Наклали, да, 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 це. Ну, от як з'являється зараз на всіх, на багатьох каналах людина, яка голосом Зеленського розмовляє, да. Там. Дивіться наш канал. Да. Или смертельний вірус Китаю. Це буде добре. Ну, от і він також може себе захищати. Тобто для наших слуг народу це дуже класно, що вони мають можливість прикривати свої рти. Ну, це, кстати, да, це хороший тепер буде, можна придумати спосіб для того, щоб в случае чого сказати. А взагалі, це не мої ж губи говорили. Это я не что... мои губы да. Тебе сказали. Я там что-то говорил другое, а просто, видите, наложили, а попробуйте определить. Да? То есть шикарно, шикарно. Маска ж все закрывает. Як багато цікавих можливостей надає карантин. Тем более, что сейчас же есть действительно различные способы вот, по поводу модуляции голоса, да, технические примочки, которые эти вещи позволяют. И более того, на самом деле, я видел, что уже даже есть не просто модуляция голоса, а даже модуляции, если бы даже не было маски, модуляции губ. Да, то есть, ну, потому я думаю, в будущем мы на самом деле еще столкнемся с той ситуацией, что будут появляться такие как бы видео, которые, и ты не поймешь, это сделанное видео, технология deepfake, или нет, да. Так. Ну да. И, вот, и в итоге мы все будем, получается, всегда можно бы сказать, а это, как, это раз, как ты сказал, технология deepfake. А може, це не діпфейк, да? Тобто, пойди да, розбери. Дуже десь сумує зараз пан Ляшко, бо не, ну, відео, яке було зроблено в 95-му році, воно не підпадає під цю технологію, він не пока, може сказати, да. Що... Это діпфейк. Що це діпфейк. Це... Не, ну, це другой... діп, но, але не фейк. Да. Але другой, діп. З другої сторони, як ти говорив, був такий, є Славой Жижик, мислитель, що ну, от ми дійсно знаходимося в пустині реального. То есть, да, потому что все больше и больше вот этих таких вот нюансов возникает, что уже очень сложно разобрать, а где реальное, а где нереальное. И, кстати, у Жижика была интересная модель, он считал, что он на примере одной из фильмов это показывал, что вот как в очках вот раз. Ты стоишь в очках, он показывал, что очки — это такая вещь, которая позволяет снять, увидеть, какая реальность без идеологии, да, точнее, очки — это есть идеология, а когда ты их снимаешь, то ты можешь увидеть, какая вот реальность. Ну, для того, щоб не побачити, яка тут реальність, давайте окуляри знімати, ми не будемо. А от перейдемо до наступної новини. Так. От хочеться, от я ну, так спостерігаю за тим, як інші країни себе поводять. І якщо я бачу щось цікаве, таке непогане, то хотілося б, щоб наша країна теж взяла приклад і зробила так само. От у Литві, от під час карантину, творчі люди, вони не мають можливості виходити на вулиці, працювати, грати на гітарах. І Литва сказала, так, їх треба підтримати. Вона знайшла 114 таких осіб творчих, і кожному з них виплачує 600 євро на місяць. От я хочу, щоб це застосували у нас да, до наших я не знаю, музикантів, акторів. От на твою думку, кого можна було б в цей перелік запхати, ну, окрім мене. Ну, я само собою, да. І Лесі Медведєва на полставки, да? Ми вже говорили об этом. Ну, так, так, так. Кого? Ну, пана Вакарчука треба, тому що, в принципі, він зараз, он і так получає зараз, на самом деле, як народний депутат України, він получає достатньо большое вознаграждение. Але ж не порівняється з тими концертами, які... Я понимаю, но тут уже речь, вот, допустим, да, если мы говорим о прибалтийской стране, речь идет о 600 евро, ну, депутат Украины получает больше месячных выплат. То есть можно говорить, что Вакарчук уже ну, це він як, уже обеспечен. Ну, это он как функционер отримує гроші, а как мистець, он просто зараз десь сидит и всякие реалити, он же получает какие-то. И более того, мы же помним, как он выезжал
на концерты в Минск. И, кстати, до конца непонятно, что же там заплатил ли он налоги с этого концерта и вообще, что было с этим концертом, да? То есть я, например, насколько я помню, он до сих пор в электронную декларацию не внес данные об этом концерте. Хотя очевидно, что там гонорар был, ну, наверное, такой, что точно должен был бы отразиться в электронной декларации. Ну, да, его голос, який лунав в Мінську, заробив багато грошей, але є така думка, що його голос, який пролунав, підтримав відкриття ринку землі, він теж достатньо непогано мав заработать. Да, возможно, но и тем более, что, но при этом, если так, говорить, например, о электоральной поддержке... Какая разнообразная, она и там, и да. Супер, но если, с другой стороны, говорить об электоральной поддержке, то вот были недавно данные рейтинг, и там, на самом деле, голос, мягко говоря, ну, ниже ватерлинии. Подсел. Значительно, очень сильно подсел, мне кажется, уже на грани того, что он просто-напросто исчезнет. Ну, и придется заново восстанавливать. Шукати новый проект. Нового репетитора по вокалу. Да? Да. Но уже того, ищут, это ну, тоже не секрет. С тем же Сенцовым, к примеру. Так давно вот мы, например, разбирались с одним из изданий, похожие, да, вот какие карты тусуются, вот, скажем так, вот для вот этой аудитории, потому что ну, голос просто повторяет судьбу самопомощи, по сути. Але на твою думку, ну, в принципі, вони ж йдуть той же стежкою, якою проходили інші. Тобто, ну, після Революції Гідності, виходить, прийшла така когорта людей з Майдану, і ми, в принципі, подивилися, на що вони здатні. В принципі, ну, так собі результат. Мають право на ошибку. Да, могли мають право сказати, на да. помилку, да. А тепер, в принципі, ну, ті ж самі граблі, да? Ті ж самі слова, ті ж самі люди, в принципі, ті ж самі дії. Ми дійсно проголосуємо знову за таких людей? Ну, ми ні, мабуть. А часть людей, мені кажеться, которые, скажем так, во многом заскорузла, мені кажеться, да, в каких-то вот лозунгах, или скорее воспринимает вождійського типа політичні сили. Ну, в своє время они же проголосовали за самопомощь, по суті, голосуя за розкручений образ мера Львова. Да? Потом они проголосовали за партию Вакарчука, хотя ну, мы уже даже вспоминали, как он отвечал там, на газовые вопросы. Да? И чем больше он выступал на эфирах, тем больше рейтинг так проседал. Да, тогда. Но люди же проголосовали за это. То есть, ну, то есть люди, опять-таки, в чем проблема? Мне кажется, в том, что люди готовы поддаться, с одной стороны, под эмоции. То есть им кажется, что если этот человек был, например, успешен, ну вот в примере в музыке, то он будет успешен и в политике. Ну, это же далеко не так, да, это разные вообще как бы сферы. Это раз. А во-вторых, для части из таких людей, для них слова важнее действий. Я думаю, что это один из таких парадоксов, почему некоторые из этих политиков, даже несмотря на то, что бы они ни делали, им удается... Да, да, им удается как-то вот постоянно рассказывать, что вот они были обижены, и им не дали, хотя они могли там побыть на всех уровнях уже власти. А це наші люди. Люди, вони настільки добрі і настільки коротка пам'ять у них, що вони постійно бачать, як когось образує все. Треба підтримати. І з іншої сторони, мені здається, що люди часто у нас в країні, от їм потрібно теж думати об этом, ну, я думаю, політичні аналітики будемо там допомагати, повинні розлічати. Все-таки є різниця між словом і ділом. Тобто вони, звісно, зв'язані, але є різниця. Більше того, у нас є завжди така проблема, що частина політиків, які збираються на одних лозунгах, потім емігрують одразу ж в абсолютно іншу сторону. И это очень распространенная практика. И это, кстати, одна из причин, почему мы видим очень часто, у нас вот есть вот этот уровень, скажем так, легитимности власти, да, доверия населения к власти, он часто очень ниже даже по СНГ уровню, да, если сравнивать с другими странами. Потому что у нас политики часто не считают, что те вещи, которые они говорят во время выборов, это должно быть для них основой для... их повседневной деятельности. Вот почему мне кажется, что тут нашим политикам пусть получится, вот сейчас есть примеры, Дональд Трамп, который можно его критиковать, можно его не любить, но... Но он знает, что вот его избрали, у него есть конкретная программа, и он ее вот как бы или так, или да, мытьем, или катанием, или как угодно, но пытается выполнить.
Ну, таке враження, що наші політики, вони приймають, ну, коли приймають участь в виборах, вони вважають, що вони приймають участь в Рушинському фестивалі бардовської пісні, і треба просто гарно заспівати якусь пісню. Один раз. Тебе обрали як найкращого виконавця, а потім ти вже робиш все, що треба тобі і плюс, або за мене. І плюс свою роль тут, звісно, грає вот високий рівень маркетизації політики, да, політики, коли во многому вот, даже вот эти, скажем так, іміджі, вони просто розглядаються як какая-то вот, вот просто імідж. Вот эта одежда, которую ты сегодня одел, условно говоря, а завтра ты оденешь другую одежду, и как бы ничего страшного. Хотя мы видим, что политика все-таки это не одно и то же, вот, да, просто создание какого-то образа. То есть тут должны быть, вот почему я говорю, что все-таки если определенно есть постулаты, которые провозглашаются, то этим постулатом политик должен действовать. В противном случае он на самом деле не только тут себя теряет, да, базу, свою поддержку, а он на самом деле разрушает веру людей в политику. И в том, что с помощью политики, с помощью выборов можно менять страну к лучшему. И это, кстати, мне кажется, намного более опасная вещь. То есть это может привести до того, что появится вождь, который скажет, ну, пока мое сердце бьется, вы будете на меня дивитися. И серия, что так, а что ваши выборы? А что, вам ваши выборы помогли? Да, і серії. Так ну, давайте... це сильний аргумент, тому що за 30 років да, виникло декілька питань стосовно цієї демократичної процедури, як вибори. Ну, я думаю, що якщо б виборів не було, то було б намного хуже. Потому что тут, знаешь, конечно, да, я думаю, что да, потому что с другой стороны, ну, как бы, конечно, простого рецепта нету выхода из этой ситуации, но я, например, считаю, что одним из способов, который мог бы помочь, это был ускорение политического цикла. Имеется в виду, например, ну, избрание Верховной Рады на 2 года. То же самое, например, касается президента. Да? Почему? Потому что это бы способствовало тому, что люди еще помнят, что говорили эти политики. Они видят, смогли ли они за год-полтора что-то сделать в позитивном контексте к ним. И через 2 года люди могли бы... не справились, до свидания, до свидания. Да? То есть это бы способствовало ускорению очищения власти. Набагато швидше починало бы продавати свою державу, розкрадати. Ну, це, ладно, це моя особиста думка. Ну, в принципі, я хотів би сказати, що, може, у нас і не настільки багато проблем, і не настільки все погано. От зараз я, чим я можу це довести? От, наприклад, МВФ. Вони вирішили, що треба допомогти деяким країнам, самим бідним країнам. Тобто вони зробили перелік з 25 країн, яким треба допомогти, бо вони не справляються. Їм гранти там, ну... Не допомагають. Ну так, да, зробили все, щоб... І кокос не родить. Так. Але в цей перелік Україна не входить. І ми робимо висновок дуже простий. Тобто 25 самих бідних країн, а України нема. Значить, МВФ вважає, що у нас, в принципі, достатньо сильна, цивілізована, мабуть, ну це я вже додав, країна. Ну там, на самом деле, это на самом деле укладывается в логику, продолжение, точнее, логики МВФ и Мирового банка, потому что до этого они говорили, они даже делали такое официальное заявление, что, учитывая пандемию коронавируса в мире, они обращаются ко всем кредиторам, что, в особенности то, что касается стран, которые развиваются, да, или стран, скажем так, с социально-экономическими проблемами, чтобы эти страны, кредиторы этим странам пошли, как бы, да, поддержали эти страны и, например, реструктуризировали долги или простили часть долга, ну, то есть или отложили выплаты, да, чтобы эти страны могли направить большую часть ресурсов, которые у них есть, не на выплату долга, а именно на поддержку социальных программ. И как бы МВФ и Мировой банк это как бы сделали такое объявление. И потом они сами решили показать пример. Да, что вот есть страны, которым они готовы действительно там простить проценты, которые тебе должны были бы платить за кредиты и так далее. Но... Тобто, може, МВФ действительно не такая плохая организация, нет, тут как бы, как все кажут. Тут нюанс вот в чем. Что эти страны обращались к МВФ. Ага. Ну, то есть, обращалась ли Украина? Я не думаю. Вот в этом все и дело. То есть, для того, чтобы получить попадание в такой список... Або мы непогано живем, або мы дуже горді. Или у нас считают, что как бы тут у нас не было, а долги мы должны платить. Хотя, еще раз говорю, что коронавирус, ситуация, да, пандемия, это форс-мажор, который бы нашей стране спокойно бы позволил говорить о реструктуризации долга. То есть эта возможность была и, наверное, есть еще,
То есть, но для этого правительство должно, точнее, вот то, что называется переговорщики от имени государства, должны вести подобные переговоры с Международным валютным фондом. То есть они должны давать сигнал, что смотрите, мы не можем платить, давайте мы лучше вот эти деньги сейчас направим на поддержку вот этих таргетированных групп, да, и пенсионеров, и медиков. Ну, то есть давайте мы сейчас с вами об этом договоримся, а потом как бы мы, возможно, вернемся к этому вопросу. Но если страна сама говорит, что да нет, мы тут готовы и закон про землю принять, и тут даже, возможно, банковский закон, хотя с ним есть нюансы. Да, мы знаем, сейчас эта дискуссия идет. И мы готовы платить до конца, даже если у нас там, не знаю, пусть на это уйдет даже больше там трети бюджета. Ну, такая, что Международный валютный фонд будет выкручивать руки Украине и говорить, да вы что, нет, мы готовы вам реструктуризировать. Конечно, нет. Они, ну, как бы, они только рады, что вот правительство да, готово, получается, переложить вес ответственности выплат за кредиты на свое население. И не обращаться к ним. Ну, им же проще, на самом деле. От я вот так думаю, знов. Ну, у мене два пути, як в тому анекдоті. Або це вони вірять, що у нас достатньо сил для того, щоб навіть під час пандемії розраховуватися з боргами, або вони просто турбуються, що якщо вони попросять реструктуризацію, то вони не отримують новий транш. Може таке бути? Ну, тут дело в том, что, знаете, если говорить вообще об этом транше, я далеко не уверен, что, конечно, он вообще решит проблемы нашей страны, потому что у нас, если говорить по поводу Международного валютного фонда, выплаты, если я не ошибаюсь, на осень ключевые пиковые выплаты, там несколько миллиардов, по-моему, 4 миллиарда мы должны будем выплатить, ну, и там проценты, ну, то есть, но тут как бы в чем нюанс? Деньги МВФ, по сути, кстати, вот в чем специфика их, они сразу пойдут в бюджет. То есть обычно так... Сразу. Так он пришел в бюджет, и мы такие... Более того, вот сейчас же были приняты изменения в бюджет, где, получается, еще не полученные деньги, они включены как одна из тех статей, которая, да, наполнение бюджета. Чудово. Да, ну то есть еще не полученные деньги, да. Но как бы тут как бы в чем нюанс, что получается, что пусть даже они все равно пойдут в бюджет, по сути большую часть трети бюджета мы отдаем на выплату долгов. То есть по сути мы берем деньги для того, чтобы платить тому же МВФ по кредиту и по процентам, которые есть с этими кредитами. И то есть по сути как бы МВФ кредитует, это вот можно себе представить такой кругооборот денег МВФ в природе, ну в контексте нашей страны. МВФ тут дает и сам же как бы и получает. Я, кстати, даже не удивлюсь, если они даже физически не будут выезжать эти деньги. То есть они просто, знаете, на уровне бумажек произойдет этот обмен. Циферки занесу. Да, циферки. Циферку сюда мы переносим, в циферку сюда. И вот уже произошло путешествие денег МВФ через Украину. В прямом эфире это будет как математика, да, онлайн, от МВФ. Гроши сюда пришли, повернулися назад, и мы имеем право на помилку. Да, но возможно, Украина могла бы сказать, ой, слушайте, знаете, а мы так решили, мы тоже имеем право на ошибку, мы хотим реструктуризации долго. Ну, я уверен, что наши честные, разумные хлопцы, которые там сейчас сидят в Верховной Раде, они, как только отримують первый транс, одразу и попросят реструктуризацию. Но рано или поздно мы все равно к этому придем. Я объясню почему. Потому что на самом деле у нас многие не знают, но мы проводили уже какую-то реструктуризацию долго. И не так давно, кстати. Это было в 2014-2015 году. Да, она была не очень для страны удачной. Имею в виду реструктуризацию имени Натальи Ярисько. Но она была. И Украина даже тогда 4 месяца была в техническом дефолте. У нас как-то об этом уже забыли. Но вообще-то это было. Вот и не так давно было. Да, то есть реструктуризация – это, во-первых, не совсем равно дефолт, вот тут тоже важный нюанс, мы должны понимать, а во-вторых, это нормальный цивилизованный способ для страны, которая испытывает социально-экономические трудности и которая в то же время не отказывается платить по долгам, которые есть. Потому что на самом деле страна вообще может на каком-то этапе сказать, вы знаете, все, мы вот тут отказываемся платить, а потом будем обсуждать. Да? Многие страны, например, Аргентина, 8 раз в истории объявляли дефолт. А какой країні в Латинской Америке Ярисько все же допомогла до конца? Ну, Пуэрто-Рико она не очень помогла. А вот Пуэрто-Рико, да? Пуэрто-Рико, да. Но она не очень помогла. Там еще потом землетрясение произошло. Ну, короче, там начались свои различные катаклизмы. Может быть, это все связано. Да, жінка, яка приносит счастье в любой будинок, куда она заходит. Да, и поэтому, потому к чему я веду, что
наоборот, мы могли бы уже сделать выводы из того опыта, который мы имеем, да, работать с международными финансовыми институциями. То есть они как бы, не то, что они там демоны, мне кажется, что стоит, ну, мы тоже не должны с вами так, вы знаете, просто демонизировать там МВФ. МВФ просто, ну, они дают кредиты, они хотят их вернуть с процентами, желательно. И получается, что тут как бы всегда есть вопрос к правительству стран, с которыми МВФ ведет переговоры. Если это правительство готово соглашаться на все, что угодно, или предлагать МВФ, а мы и тут сделаем, и так сделаем, и так сделаем, или там поднимем тарифы, и ничего страшного, население переживет, то МВФ скажет, ну ладно, хотите? Пожалуйста. Потому что я, например, мне коллеги рассказывали, что когда-то, вот когда у нас только еще обсуждались одни из прошлых программ с Международным валютным фондом несколько лет назад, и там поднимался вопрос о том, что Украина говорит, вот мы будем поднимать тарифы на газ. И представитель Международного валютного фонда говорит, а у вас население вообще выдержит ну, такое повышение? Так у нас пришло, говорит, да, да, выдержит, не волнуйтесь. То есть это даже не МВФ говорили. Вот еще раз говорю, МВФ, они, вот это парадокс был, да, что они спрашивали, так а выдержит население? Да, и, конечно, и, выдержит. Да, мы пам'ятаємо, і ви нам только кризис дайте. Пан президент Петро Олексійович виходив тоді на сцену і казав, українці, ви фантастичний народ. Да. І я тоді дійсно розумів, що він має на увазі. Ви видержите 900, скільки, 1000 разів повищення цін, да? Ну, в итоге мы видим, что сейчас, если я не ошибаюсь, у нас приближается понемногу к 80 миллиардам задолженность так, населения. Да, это уже больше, чем несколько траншей Международного валютного фонда. Ну, вот как бы пузырь надувается. Ну, пузырь – наше все. Ну, мы знову маємо пам'ятати, що ми маємо право на помилку. Да. І від того, в принципі, нічого страшного вже й на ну, Україну налякати не може вже ніщо. А ошибка має право на нас. Так, да. Ну і остання тема, яку я хотів би обсудити, це пов'язано. Ну тобто, ми йдемо в тренді світових новин. Коронавірус, всюди коронавірус. І в цей самий час, коли пандемія по всьому світі вона розповсюджується, Трамп сказав: ми більше не будемо сплачувати і платити ВОЗ. Наші внески, а це 400 мільйонів доларів. Да. І там зазначив, що ми платимо 400 мільйонів доларів, а Китай лише 40 мільйонів доларів. І нас не попередили, що та, ну, це настільки погана пандемія, настільки вона страшна. І це ВОЗ винний, а не ми, що в Америці зараз от таке відбувається. Ну, Трамп, тут вообще, да, но тут Трамп, на самом деле, почему он так делает? Вообще, мне кажется, что в будущем это считается одним из вопросов, попытка, скажем так, конкретизировать, или даже, я бы сказал бы, не просто персонализировать, а повесить на какую-то или страну, или организацию всю вину за то, что происходит с пандемией коронавирусом и последствием коронавируса, да, потому что со стороны США мы уже слышим такие намеки, что это китайский вирус, и давайте на Китай здесь начнем судебные процессы или санкции ведем. Хотя, знаете, в Европе тоже со своей стороны могла бы сказать, например, в Европу из Америки пришла, например, такая болезнь, как сифилис. Давайте, если мы так разбираться до конца, то мы могли бы говорить и Китай тоже, что а кто тут сифилис распространял все столетия, да, давайте нам тоже компенсации платите. Ну, то есть если уйти вот в эту борьбу, кто, кого, какой вирус распространил, где и как, это на самом деле тут можно очень далеко зайти. Но такая тенденция есть, в том числе потому, что в США идет избирательная кампания, по сути, и Трампу нужно показать, что он сверхэффективен, да, по всем фронтам, и в том числе в контексте борьбы с коронавирусом. Но, с другой стороны, я бы тоже хотел отметить, что роль Всемирной организации здравоохранения в всех этих вопросах, она тоже должна в будущем быть изучена. Потому что я вспоминаю новость 2010 года, помните, когда тоже был свиной грипп, когда ряд представителей парламентской ассамблеи Совета Европы говорили, что на тот момент Всемирная организация здравоохранения раздувала, слишком сознательно раздувала, вот что вот такая страшная, да, вот эта пандемия свиного гриппа и так далее. Страны закупили много-много миллионов средств, потратили сотен миллионов на вакцины, но в итоге они не пригодились. И мне кажется, что когда вот Трамп сейчас делает такую нападку на Всемирную организацию здравоохранения, он пытается тем самым намекнуть, что а настолько ли научно, честно и объективно Всемирная организация здравоохранения сейчас в условиях коронавируса? Может быть, эта организация преследует не только научные интересы или защиту нашего с вами здоровья, а там есть интересы фармакологических компаний. Ну, к примеру, даже вот если мы просто банально возьмем, просто факт-чекинг, да, возьмем директор Всемирной организации
здравоохранения, он медик и бывший функционер из Эфиопии. Сейчас не скажу его фамилию. Так вот, он в свое время работал некоторые программы, связанные с фондом Билла Гейтса, который, как мы знаем, также... Билл Гейтс, мы знаем, я да, и у него есть, у него есть идеи, связанные, да, с пропагандой, связанные с вакцинациями. Ну, то есть, ну, как бы вот... Вот это все нужно исследовать. Есть дійсно питання, які... То есть я не хочу, чтобы мы впадали с вами в теорию заговора, но вообще, конечно... Але прийдеться, але прийдеться. Тут вопрос, кто контролирует стражей, да? Кто будет сторожить стражей? Ну, то есть, все-таки Всемирная организация здравоохранения также нуждается в том, чтобы мы могли увидеть, что там решения, которые принимаются, они не принимаются только в интересах, например, отдельных фармакологических компаний или в интересах каких-то игроков, которые свои какие-то интересы преследуют. Потому что мы на себе это ощущаем, да, весь мир ощущает. От, скажем так, рішення, яке ВОЗ приймає, яке потім реалізує конкретне правительство. Або не реалізує. Зрозуміло. Дякую. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами і не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал. Всього вам найкращого. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.